Кстати, Блестяшка, ты можешь навещать отца не только по делу. Блестяшка? Папа? Я давно уже не ребенок. Для отца всегда ребенок. Ты поможешь ему? Я не знаю. Этот механизм – каверзная штука. Снять-то его получится. Но проблема тут в другом. У этого омника пропали данные памяти. Он еще жив, но... он будто бы потерял свою душу. А может, получится восстановить из резерва? Ты серьезно? Думаешь, душу можно просто взять и сохранить в резерв? Не все так просто. Я просто предложил. Весь мир рассчитывает на нас. Мы должны что-то придумать. О, здравствуй, дружище! Откуда ты взялся? Ноль сектор! Нас нашли! Прячьтесь за меня! Стой! Он не один из них! Спокойнее! Я приютил беднягу. Таких, как он, больше нет. Смотри, бастион не угроза. Что? Бастион? Это же не питомец! Это машина-убийца! Нет, уже не убийца. Сколько наших друзей эти штуки погубили во время войны? А теперь что? Ты решил рисковать всей своей семьей? Райнхард, война закончилась давным-давно. Я изменился. И он тоже. Прежним остался только ты. Папа? Кажется, звук доносился снаружи завода. Это нуль сектор. Нам нужно активировать оборону. Похоже, друг мой, враги пришли сюда вслед за нами. Активировать мою защитную сеть. Я улучшил ее после восстания машин. За мной! Давайте зарядим магмоядрами мои турели и собьем их флагман. Эти оранжевые шарики? Их разрушительная мощь равна силе вулкана. Ну да. А теперь помоги их дотащить. Снаружи солдаты нуль сектора! Соберитесь! Ха, покажем им, что такое шведское гостеприимство! За честь и славу! Из титана? Твои пушки без труда его пробьют. Надо было брать гиперионовый склад. Это тебе поможет. Это еще что за зверь? Я читала об этом. Это коршун. Избегайте его зоны перехвата. Это турели времен восстания машин? Они помогут против флагмана? Они хоть и старые, но бьют мощнее некуда. Особенно после моих доработок. Ой, держи! Моя первая турель сразу за мясным магазином. О, я туда часто хожу. Так лучше? Благодарю!
никогда не превзойдет меня в бою! Хватит привлекаться, вы двое! Идите сюда, если хотите подлечиться! Десант, прикончим их! Давай-ка я тебя подлечу! Кажется, тебе уже лучше? Где Туре? Мы точно туда пришли, Торбьорн? Это фонтан, да, папа? Верно подмечено. Задействуй магма-ядро из кузова грузовика. Фонтан? Гениально, Торбьорн! Вынуть сектор так за ним, но всегда запомнят. Подождите, мне надо пару секунд. Энергия отрегулирована. Сейчас назначу цель. Другое дело! Как эти крохотные пульки вызвали такой огромный взрыв? Мы с Бригидой целились в топливные блоки, так что... Дальше атакуем двигатели. Отличная идея! Давайте! У меня впереди еще турель! Опять этот коршун! Сбейте его и не заходите в его зону перехвата! Покруче! Общий сбор! Представлял себе пенсию. Да ладно, папа. Ты просто не можешь прекратить работать. Неправда. Я свозил твою маму в Грецию на годовщину. Ага. И там ты успел починить целую систему метро. Похоже, врагов пока больше нет. Опять фейерверки? Да. Активируйте кто-нибудь второе магма-ядро. Несет город. Его надо остановить. Он движется вдоль берега. Впереди еще турель. Может, я смогу нацелить ее в Титана. Вперед! Нам сюда. Ты просто умник. Теперь нужно ее перенастроить, чтобы стрелять по Титану. Не подпускайте никого. На
Начался очередной обстрел! Осторожно! Кажется, тебе уже лучше! Закончим бой вместе! Общий сбор! Настройка завершена. Активируем последнее магма-ядро. Надеюсь, это сработает. Держите кулачки! Он целится в турель! Назад! Можно было и лучше. Что нам теперь делать? Бежим к мастерской! Она за тем углом! Что в мастерской? Есть идея. Последняя. Дай угадаю. Еще одну турель. Прототип мегапушки? Папа, ты уверен? Не вижу других вариантов. Положись на меня! Кель-кель! Иди сюда! Никогда не испытывал это орудие в полную мощь. Бригитта, поможешь мне? Процесс зарядки запущен. Придется подождать. Ну тогда я просто тут посижу, пока не позовете. Надо расставить новые замораживающие турели. Даже у вас, скорее всего, ума хватит. Они точно работают? Или с ними надо возиться по полчаса? Эту впрямь надо подлатать. Я просто починю ее своим молотом. Подожди! Нуль сектор здесь. Разместите замораживающие турели у входа. Турель? Ставить другую турель? Ха-ха, это надо видеть! Заряда 33%. Мы продвигаемся. Тревога. Враг прорывается справа. У магмовых желобов. Готовлю отбрасывающие турели
для защиты. Поставьте поближе к магме. Будет роботом СПА. Что это за взрывы? Их роботы с самоподрывом пробивают стены. Забрала. Они вот-вот атакуют справа. Эти роботы взрываются. Если они доберутся до мега-пушки, беда. Слышали? Остановите крушителей! Нас стало меньше. Будто только вчера Бригитта была шаловливым ребенком. Папа, не сейчас. Давайте я тебя подключу. Пока-пока. Перегруппировка. Бригитта, что у нас? Уровень заряда 66%. На той стороне залива. Титан движется к нам. Они ужасно боятся, что мы изучим шлем. Нет. Если мастерскую уничтожат, я никогда не пойму, что произошло. Готовьтесь к атаке на грузовой док! Окна вылетели! Вот они! Срочная доставка.
уже закипит. Но это нас сейчас волнует меньше всего. Сектора приближается к нам. Мы накопили столько энергии, что они не могут не догадываться о наших планах. Робин, что у тебя? Почти готово. Еще чуть-чуть. Все нормально. Я разобрался с собой. Это тебе поможет. Пушка почти готова! Еще несколько секунд! Не нравится мне этот титан! Опять лазером будет бить! Есть! Кто-нибудь возьмите из пушки! Живей! Пока титан не выстрелил! Давай-ка я тебя подлечу! Накапливает энергию. Сейчас выстрелит. Стоп! Да! Сработало! Ах, папа, я так рада! Ну почему всегда в последний момент? Как в старые времена. Да, как в былые деньки. Надеюсь, ты не выдохся. Нас ждет так много дел. Нет, это без меня. Мои обязательства здесь. Что? Ты нам нужен. Нуль сектор снова атакует. Агенты откликаются на призыв Уинстона. Гибралтарский пост активен. Возможно, даже Саджорн вернется. В команде появились новички, и мы должны их всему научить. А затем мы окончательно расправимся с Нуль Сектором, и тогда все наконец станет по-прежнему. Прости, Райнхард. Я не пойду с тобой. Бригитта уже взрослая и решает за себя, но я не могу бросить свою семью. Я должен защищать ее и наш дом. Вот мое новое задание. Знаю, но не мог не спросить. Ты тоже можешь остаться. К тому же, теперь их черед. Я получил второй шанс. Это мое предназначение. Что ж, похоже, у тебя будет компания. Ты ведь не против? Помощь нам пригодится. Дочка вроде справляется. Вроде, дружище. Она лучше всех. Если я разузнаю что-нибудь о вашем омнике, я сообщу. И это, Райнхард, позаботься об Бастионе, пожалуйста, береги его. Он будет как новенький. Эй, все хорошо? Еще как!
брат Зиньятта. Я рад, что ты сейчас здесь. Учитель Мандатта, мне пора. Брат Раматра, грустно слышать, что ты решил нас покинуть. Надеюсь, что за пределами монастыря ты обретешь то, что ищешь. Спасибо, учитель Мандатта. Мне жаль, что мой путь уводит меня прочь. Но я больше не уверен, что ответы на наши вопросы можно найти в монастыре. Понимаю. Тебя беспокоит наше благополучие. Надеюсь лишь, что ты будешь помнить, чему научился, и стремиться к гармонии между нами и человечеством. Боюсь, что люди не хотят делить с нами свой мир. Им не нужны омники. Мы, первое и последнее поколение, вымираем. Раматра, знай, твои братья и сестры среди людей могут выглядеть и думать иначе, чем ты. Но они идут по тому же пути. Ибо в сфере все едины. Сфера дала жизнь всем нам. Быть может, однажды наши пути пересекутся вновь. Брат Зиньятта, ты так и не решился пойти со мной. Мне нужно еще многому научиться здесь. А я надеялся, что мы продолжим путь вместе. Мы еще встретимся, Зиньятта. Удачи тебе, брат. У него свой взгляд на вещи. Может, маленький шаг за пределы монастыря – это именно тот скачок, что позволит нам достичь мира с людьми? Ты оставишь Шамбалу? Что, если твое послание отвергнут? Ради мира между омниками и людьми я готов пойти на любой риск. Он найден.